Привет всем! Сегодня у нас ботаническая тема. Как отличить кактус от суккулента? Этот вопрос часто волнует новичков в мире растений, так что давайте разбираться. Во-первых, нужно запомнить. Все кактусы – это суккуленты, но не все суккуленты – кактусы. Суккуленты – это такие верблюды растительного мира, которые запасают воду в листьях, стеблях или корнях, чтобы выжить в засушливых условиях. К суккулентам относятся, например, алоэ, агавы и, конечно же, наши колючие друзья – кактусы. Так в чем же секрет кактусов? У них есть особая примета – ареолы. Это такие бугорки, из которых растут колючки, цветы или даже новые побеги. Увидел ареолы – значит, перед тобой кактус. К тому же у кактусов колючки растут не абы как, а именно из ареол. Они могут быть длинные, короткие, толстые, тонкие, но всегда сидят на ареолах. У других суккулентов тоже могут быть колючки, но они растут иначе. Давайте рассмотрим примеры. Вот алоэ – сочные мясистые листья, а никаких ареол с колючками нет. Значит, это суккулент, но не кактус. А теперь возьмем опунцию. Вот это кактус. У нее плоские блинчики с ареолами, из которых торчат колючки. Типичный представитель кактусового семейства. Подведем итог. Суккуленты умеют запасать воду, а кактусы отличаются наличием ареол с колючками. Надеюсь, теперь вам будет проще их различать. Остались вопросы или хотите узнать больше о растениях? Пишите в комментариях. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем видео.